Господи, как же он дорого стоит. В моем кошельке лишь билетик на проезд в автобусе. Как я хочу поиграть в Sims. Сообщение. Продажа аккаунтов за Sims 4? Так, стоп, что? Сколько? Сколько стоит? Sims 4? Что? Sims 4 за 50 рублей? Охренеть! Срочно бегу покупать! Группа по продаже аккаунтов с игрой The Sims 4. Ссылка внизу в описании. Напомню, что это аккаунты с уже купленной игрой, и игру к себе в Origin вы перенести не сможете. Приятного просмотра моего видеоролика. А я начинаю. Всем привет, меня зовут Сергей, и добро пожаловать на прохождение игры Rayman Legend. И это серия номер 2. Ребят, у меня есть для вас не очень-таки хорошая новость, потому что я записывал 22-ю серию еще неделю назад, но... я потерял ее зачем-то, почему-то, как-то, короче, ребят, я не знаю. Мне придется продолжить игру с того момента, на котором я остановился в прошлый раз. И это очень печально, очень грустно, поэтому мы продолжаем, ребят. Но надеюсь, это никак, в принципе, на полный сюжет не повлияет, пропуск одной серии, но... я вам буду... по ходу дела объяснять, что там было и как. Итак, ребятки, у нас вот такое менюшка, вот такая менюшка, главная галерея вылезла. Честно, я ее вижу в первый раз, это как бы не время прохождения. Это какая-то галерея, где мы должны выбрать, где нам начать. Это галерея, в которой мы должны выбрать, где нам продолжить. Тут, видите, уровни закрытые. Нам нужно либо этот уровень выбрать, либо вот этот, либо вот это. Да, у нас тут есть какие-то открытые или закрытые какие-то соревнования или уровни, не понимаю. Давайте, наверное, выберем галерея героев. А это что такое? Малютки в опасности. Давайте, наверное, выберем малютки в опасности и продолжим играть. Ну. Отлично. Итак, я как полагаю, мы должны, ребятки, спасать, то есть мы прошли первый уровень, да, то есть на одну лягушку, что ли, да, там наверху у нас или нет. Мы, в принципе, его не проходили. Давайте попробуем пройти его еще раз. Глава называется «Давным-давно». Ну что, Рэймон наш идет сам, я сейчас им не управляю. Так, ну что, Рэймон, куда нам идти-то с тобой? Нам нужно заклинание или что тут, нам нужно его поймать, наверное, или как? Ну, блин. Так, мы должны его ухватить, да, я так полагаю? Или нет? А, это была загрузка. Еху! Итак, мы продолжаем, ребятки, с вами проходить. Это какой-то гриб. С для удара. А, ну или так, да, мы можем все дело ударить просто. Ой-о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 й. Нужно их собирать. Вот эти штуки нам надо собирать. Теперь в обратную сторону. Отлично. Так. Вот эти штуки ударяем. Нам нужно освобождать от таких различных там принцесс, малюток, все в этом духе. Ой-ой-ой-ой. Так. Вперед наверх. Теперь спасли. Тут тоже что-то у нас сейчас взорвется. Мнем вниз. Давай. Ну, бей. Не то. А, вот. Путаю кнопки, нажимаю на пробел, вместо того, чтобы нажать на S для удара. Вот. Это мы с вами уже проходили, ребят, да? Вроде как. Либо я записывал вторую серию с этим. Итак, сейчас мы должны с вами окунуться вот в эту пещеру и... так, войди, да, вверх войти. И там будут у нас бонусы. Бонусы мы должны с вами собирать, прыгать. А можно упасть, да, тут? Ой, да, к сожалению, тут можно упасть. Ну ладно, мы пройдем еще раз. Давайте еще будем собирать эти бонусы. Так, нам нужно прыгать, главное, да? В основном-то. Оба-на. Оба-на. Так. Блин. Оба-на, отлично. Так, мы должны спасти принцессу. Супер. Либо это принцесса, либо это королева, но она теперь спасена. Отлично, она нам сейчас пошлет поцелуйчик. Супер. И мы бежим теперь с этим поцелуйчиком. Здорово. Итак, мы это с вами уже проходили, но ничего, пройдем еще раз. Так, зови нашего помощника. Нашу лягушку. Которая сейчас будет просто шлепать. Так, нам нужно W, да? Чтоб отшлепать.
эту штуку. Так, отлично. Так. Отлично. Еще какой-то гри... А, но он нас перекидывает туда. Так, у нас тут есть еще один. Так, все, мы его убили. Отлично. Ой-ой-ой. Давайте того сейчас защекочем. Так, нам нужно сделать это вот так вот, да? Супер. Наша лягушка и Рейман. Так, ну вверх, чтобы войти. А, вот. И туда жму. А управление абсолютно другое, то есть тут стрелочки, а не В, А, С, Д. Вот, мы сейчас должны вот здесь вот пройти сами, и там начнется наш уровень, да? Так. Отлично. Там как раз мы с вами не успели спасти принцессу, да? Ой, ой, отлично, мы даже призрака с вами убили. Супер, так, лягушка. Отлично. Ой, не туда, ну. Давай. Забираем все вот эти вот бонусы, как сказали, очки, баллы. Так, лягушка. Отлично. Теперь, оба-на. Ну, нам нужно как-то раскачаться или нет? А, это вот так делается, да? Тот пират самостоятельно упал просто в воду, и пусть он там орёт у нас сидит. Так, лягушка, рви. Ну, прыжок, хватайся, отлично. Так, теперь нам нужно раскачаться, да? Прыжок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. К сожалению, мы не... Так, нам нужно спасти все-таки эту принцессу, да? Так. Нам нужна эта принцесса. Так, не так, не так низко. Рейман, хватайся, молодец. Оба-на. Отлично, так, берем и эсочку вниз и... Так, и убьем. Супер. Спасли еще одну принцессу. Так. Вот здесь мы с вами зафейлились, да? Это мы обрезаем. Спасаем принцессу, наверное, да, для начала? Так, нам нужно прыгнуть. О, нет, 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 нет. Отлично, мы ее спасли. В прошлый раз мы ее не смогли спасти. Так, теперь обрезаем эту это бревнышко. Теперь вот это бревнышко, точнее, веревку. И спокойно переходим. Так, теперь тут тоже обрезаем. И так, нам теперь нужно тут двигать. Прыжок. Теперь еще вниз. Оба-на, оба-на, тихо, 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 не падай. Еще прыжок. Так, давай, лягушка, поднимай нас наверх. Отлично. И теперь еще прыжок. Супер, так, теперь это вниз нам нужно разбить. Ой, тут и это, да? Отлично. Так, теперь нам нужно развернуть. А, Q и E. Так, нам нужно сначала пойти вон туда, чтоб прибить того чувака. О, у нас дверь открылась, да? О, мы уже сразу прошли туда, да? Так, нам нужно еще. Вау, как тут развернуть-то нам надо, да? Чтоб пройти туда. Как нам развернуть? Так, бежим, прыгаем, да? Так, теперь мы поворачиваем все это дело. Теперь нам можно спрыгнуть, да, это полагаю, вниз. Так, нет. Итак, нашей лягушкой мы разворачиваем эту колесницу, это колесо огромное. С помощью Реймана бежим, разбегаемся, хватаемся. Теперь опять разворачиваем колесо. Теперь прыгаем вниз. Так, ну я хочу вниз прыгнуть. Отлично. Так, теперь мы прыгаем. Ой, стоять. Нет, 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 нет. Просто... Так, теперь разворачиваем дальше. Нам нужно куда развернуть ее? Ну нет, ну не сюда. Нет, не так. Угу. А как нам нужно ее развернуть тогда? Ну-ка. А, все. Теперь нам нужно раскачаться. Теперь нам нужно прыгнуть вот сюда. Угу. И спасти эту принцессу. Ну-ка, разверни нам чуть ниже. Да, вот так вот. Так, мы бежим. Прыжок, удар. Отлично. Все, мы победили, мы выиграли. Мы спасли нашу то ли королеву, то ли принцессу, не понять кого. Опять поцелуйчик нам. А, мы тогда спасли королеву, теперь мы спасли короля. Все, теперь до меня дошло.
Мы спасли короля. Отлично. Так, теперь мы вниз прыжок. Так, теперь хватаемся за эту штуку, да? И опять разворачиваем наше колесо. Нет, не в эту сторону, в другую. Вот сюда, да, теперь раскачиваемся. И прыгаем сюда. Так, теперь прыжок, прыжок от стен, отталкиваемся, супер. И проходим на новый уровень. Итак, вот на этом уровне мы с вами остановились в прошлый раз. Теперь нам нужно продолжать. Итак, ребятки, у нас тут какие-то жукашки, букашки, таракашки. Мы сломаем это, да, на. Так, ребят, продолжаем. Я ужасно болею. Я не могу никак справиться с... Ой, нифига себе, мы тут. Ой, тут. Как нам добраться? Блин, мы померли. Так, нам что нужно сделать? Нам нужно обрезать одну ленточку. Потом вторую ленточку, правильно? Да. Теперь прыгать вниз. Теперь мы это тоже опускаем вниз. Теперь мы прыгаем. Прыжок. Ой, тут... Ой, иди сюда. Угу. Вот, у нас вот здесь еще принцесса, которую нам нужно спасти. Так, нам нужно прыгнуть. Нет, не ту сторону. Ладно, с этой стороны возьмем. Прыжок, опа, нет, не так. Так, прыжок, теперь, блин, нет. Теперь прыжок. Нет, прыжок в другую сторону. Дрейман, ну пожалуйста, вот, спасибо. Теперь эсочку. Все, мы спасли малышку. Так, разбегаемся, прыгаем, хватаемся. Отлично, теперь мы опускаемся. Куда? Нет. Нужно вон туда. Оба-на. Сколько тут много призраков? Жесть. Так. Прыжок, хватаемся. Отлично, теперь опускаем вниз опять. Опять прыжок. Главное, не задеть никакого призрака. Теперь опять прыжок. Супер, теперь опять поехали. Теперь опять дуб нам поближе. Отлично, теперь еще туда. Опа-на. И дальше. Итак, нам нужно защекотить до смерти, да, до состояния лоб. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тихо. Так. Отлично, мы лопнули его. Во, теперь еще букашки, отлично, супер. Итак, мы получили 2 кубка. Третий мы не получили. Отлично. Второй кубок. И нам чуть-чуть буквально не хватило до третьего, да, я так полагаю, до третьего кубка. Вот, ребят, и на этом я буду, наверное, уже на такой позитивной ноте я буду уже заканчивать данный летсплей. Если вам понравилась данная серия, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, если вы на него еще не подписаны. Вот, я всех очень люблю. Всем пока-пока, мои хорошие, всех люблю, всем пока-пока.